В реализации проекта двигателей Дуйнова принимает участие несколько компаний, каждая из которых занимается своим направлением в рамках проекта. Во-первых, это компания «Совелмаш». Эта компания создана с целью получения прибыли за счет коммерциализации инновационной технологии совмещенных обмоток «Славянка». Именно компания «Совелмаш» реализовывает проект двигателя Дуйнова и будет вести деятельность в рамках инновационного центра, который также называется «Совелмаш». У компании «Совелмаш» есть несколько соучредителей, и первым соучредителем является компания АСПП, которая была учреждена в 2001 году. Компания занимается энергосберегающими технологиями, разработками в сфере плазменных технологий, технологий сварки, источников питания и осветительной техники. Эта компания давно известна на рынке, поскольку является автором и держателем технологий совмещенных обмоток «Славянка». Именно в рамках компании АСПП велась работа над совмещенными обмотками до старта проекта двигателя Дуйнова. Вторым соучредителем компании «Совелмаш» является финансовая компания Solar Group. Solar Group – это международная финансовая компания нового поколения, ведущая свою деятельность в области краудинвестинга. С помощью механизма коллективных инвестиций Solar Group организовывает финансирование проекта двигателя Дуйнова. Часть компании будет распределена между менеджментом, ответственным за коммерциализацию технологий совмещенных обмоток «Славянка» и продвижение услуг компании «Совелмаш», так называемый «коммерческий блок». Если вам интересно узнать более подробно о тех компаниях, которые занимаются развитием проекта двигателя Дуйнова, а также о самом проекте двигателя Дуйнова в частности, обязательно переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, и, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие ролики.